Герои следующего сюжета – настоящие мастера пластической драматургии и контактной импровизации. Два танцевальных спектакля готовятся представить на международном фестивале в Омске студенты Алтайского государственного института культуры. Что интересного они подготовили, расскажем далее. Репетиции по 6 часов в день, без выходных. Международному фестивалю современного танца «Точка» студенты готовятся уже несколько месяцев. Силы времени не жалко. Ведь их работу будут оценивать эксперты «Золотой маски», хореографы из Великобритании, Израиля и Латвии. На самом деле очень страшно, потому что фестиваль такого уровня для меня лично в первый раз. Я поеду, буду участвовать. И учитывая, кто там будет жюри сидеть, какие гости и какие компании там представлены, международные и российские, хочется как бы в грязь лицом не ударить. На фестивале танцовщики представят две постановки – «Форма света» и «На 180 градусов». Их авторы – преподаватели вуза Дмитрий Голубев и Ольга Вернигора, и сами студенты. «На 180 градусов» – это спектакль «Поиск». Его герои – простые люди, которые всеми способами стараются найти выход из жизненных ситуаций. И сделать это возможно, считают танцоры. Главное – на 180 градусов развернуться в нужном направлении. Проект этот совместный со студентами. Они тоже являются соавторами данного произведения. И работали мы над такой темой, что есть проблема и как ее можно решить. И вот эта конструкция, она вот углом у нас находится, такой своеобразный угол, в который человек бьется. И есть ли какое-то решение? Либо нет. Ну вот в конце спектакля мы к чему-то приходим. Увидеть танцевальные спектакли ансамбля «Вереск» могут и барнаульцы. Чтобы собрать средства на поездку в Омск, танцоры проведут вечер современной хореографии. Всех любителей современного танца ждут 19 марта в 17 часов в концертном зале Института культуры на Ленина, 66. Лена Наджафова, Вадим Быстревский, Новости.